Приветствую всех на канале, всем добрый день. Подключайтесь в Discord, ссылка в описании. Сегодня покатушки у нас с кланом КТК, надеюсь, придут. Попросил ребят. Леонид Куприн, привет, спасибо. Вадим Бацокин, Роман, привет. Сейчас еще один раз крутану и пойдем поиграем. Так, ничего интересного не выпало. Полный отстой. Так, ну, во-первых, посмотрим, кто у нас в клане вообще. Так, заявки. Очень интересные. Есть и поиск. Так. У тебя тут. О, контракт выполнил. Красавец. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, статистика. 1800. Блин. Старый игрок. Так. Угу, стоит в клане. Так. Ну ладно, давай. Друг запретил добавить себя в избранное. Сейчас я быстренько оформлю, чтобы парнишка вышел на связь. Что-то там есть и... Пойзес. Так, все, парнишку принял. Так, что у нас в клане, кто сейчас? Никого нет вообще, пиздец. Вот это онлайн. Пригласил на стрим, но никого нет. Ладно, надеюсь, в течение дня присоединятся. Да, я в Discord, ребят. Я на отдыхе, систем не пыхнул. Сегодня будет розыгрыш промокодов, а промок нет. Ребят, сегодня просто покатушки. Пацаны, кто-нибудь может посоветовать сбоку ПК за 50-55к? Ну, вообще на изи. Бери процессор i5-9400F, по-моему, называется процессор. Видюху 2060. На 16 гигов оперативки. Так, на что у тебя еще хватит? Ну, возьми лучше, наверное, не SSD диск, а просто на 2 терабайта. Эти за глаза будет хватать. В этот бюджет, я думаю, нормально все уложишься. Ну, как-то так. Ну и, соответственно, не бери, точнее, предусмотри дополнительный кулер для процессора, потому что дефолтный, который с процессором i5-9400F, он недостаточен во время игр. До 60 может греться. Сейчас я, допустим, у себя поставил другой кулер. Сейчас скажу, как он называется. Фирма ПК кулер. Так, на 160 ватт у него. Так, и модель GIX6B. Вот такой кулер, он, по-моему, 5 или 6 трубчатый, там, с медной трубки. Устанавливать его тяжело, но, блин, если что, проблема будет, обращайся, подскажу. Там загвоздка у него есть, так, металлический каркас, который ставится, по сути, на процессор. Его немножко нужно подогнуть, я его
пассатижи гнул, короче, потому что дефолтное, как бы вот эти вот пространства, то, что у него предусмотрено, блин, если его зацепить, то он материнку просто пополам сломает. Вот, поэтому я чуть-чуть отогнул, расслабил его, и сейчас вроде как нормально процессор, ну, сколько там, 30 градусов, ну, максимум 50-55, наверное, вот так вот греется у меня. Когда раньше до 70 выходило. Так, в Дискорде у нас пердонат. Вадим. Вадим, здорово. Так, как дела твои? Нормально. Вот освободился, решил немножко поиграть. А у меня все время теперь время свободное. До конца года. Чего так? Почему? Спину сломал. Ой-ой. И на учебе? Что теперь с учебой у тебя? Ну, дистанционно буду учиться. Это... И остальные говорят, вообще 3 недели проучатся, остальное дистанционно. Ну вот я также отучусь. Ну я даже не буду ходить, наверное. Я весь в гипсе сейчас сижу. Я не знаю, как я буду играть. Ну, посмотри, если что, если тяжело будет. Потому что, как блин, спина это вещь такая. Ну, надо, конечно, соизмерять свои силы, возможности, и как бы ты, наверное, на заработке куда-то чего-то там, да, пошел на тяжелую работу. Вот. Да. Вначале, короче, нужно качаться вообще офигенно, чтобы подтягиваться, отжиматься, чтобы спина была крепкая, мышцы там и все такое. А потом уже браться там за тяжелые вещи. Пойдем играть. Да, пойдем. Бэйбэйс куда? Хорошо, на Эвер сейчас пойдем посмотрим. Давай на хардкор. Ну, начнем с него. Вот смотри, S7 заканчивается, туда зайдем, там 8 из 10. Хрен, не зайдешь. Все уже. Давай на пустую. Давай на пустую. Давай, ХП. Давай, да, ХП. А, карась, привет. А, и Шторм тоже подошел, привет. Денчик, здорово. Ты, Штурман, давай только этот сильно меня там не унижай во время стримов, ладно? А то сейчас придешь, ты с собакана начнешь меня пулять. А у меня макрос полетел, блин, надо абакан убрать, забыл. Да это в кого тоже не так забил вообще. Так, зашел на стрим. Я не шибко люблю, когда с собаканами заходит на катку. Поэтому. Да, ребят, сегодня будут разные режимы. Там, короче, в Дискорд заходите, пожелания какие будут, в то и будем играть. Сегодня без ограничений. Штурман, у вас в клане читеры одни. Да они просто на лесе играют, а лес там, по сути, простреливается. Они все знают, где чего, как. Поэтому просто простреливают. Да, без макроса сложно. И получается так, как будто бы, не видя никого, убивает. Он карась скажет как-то. Давай ножи пока. Ножи? Давай, хорошо. Так, нож, у меня кнопка Е. Все, работает. Его ЗРЗ. Сейчас, а, напишу в чат. Да здесь, я здесь. Так, я должен убивать юсков. Все. Так, мы один. А, спасибо, Штурман, тебе тоже. Опа. Какой я деревянный стал. Блин, никого теперь с ножа зарезать не могу. Вот так вот. Ай, бля. Да Мишка, он всех учил. И... Всех. Мишка Бондарь. Текс. Давай выйдем сюда. Ага. Ты, блин.
Врешь-то все, что у тебя спина болит. Да, да. Хорошо же греешь. Ну, работают только руки. Спина-то вообще отваливается. А. Ну вот смотри, для спины лучше, конечно, горизонтальное положение. Сидеть. Сидеть нельзя. А я спину ровно выставил. Сижу. Ай. Ты к неврологу-то ходил вообще? Куда? К неврологу, врач-невролог. Нет. Они да смотрят, вчера что у тебя было. Спина. Сегодня проснулся, вообще с кровати не могу встать. Вчера я гулять пошел, нормально все было. Сегодня просыпаюсь, вообще не могу ничего сделать. Ух ты, какие не страшно уже. Сейчас весь клан заходит. Опа, опа. Давай, Николай Пахомов, давай, заходи. ТКшник. МЛ там какой-то клан. Заходите. Зависим. ХП заканчивается. Эвок. Хардкор. А. Опа, слышу. О, наконец-то. Первый килл. Второй, ты же меня убивал. Да. Ну, терпи. Чё ты меня режешь? А, ты свой? Блин. Да. Туплю. И все как бьём. Давно в КВ не играл, тупить начал. По полной. Ну давайте все сюда. Где все? Горясь, этот Мишка на лесе не учил играть, поэтому я, конечно, понимаю, что тебе там интересно. Бля, хорош. У нас пацан на елку лезет. За вертом, с абаканом. Красавчик. О, зарезал. Все, еще сзади, сзади. Не смог. Блин, я вообще не попадаю. Да-да. Он попал. Еще попал. И, блин, ну попал, но кровь была. Еще. Фига. Парочка твикс. Упс, нет. Ой, втроем, давайте. Ой-ой-ой. По одному, ребят. Блин, почти трипл. Ай, блядь. Ушел. Сами тут. Блин, не получается у меня вообще. По одному, ребят. Ну по одному, но не в спину, бля. А, решает? Не нет, не скачивал. Не спим, не надо. Там кто-то стреляет. Режь. О, ес, ес. Третий. Глядишь, да, реже дойду. О, нихера себе. Блин, отстреливают, зараза. Не стреляй. Где это? Странник, твиды. Ага, они меня выгнали оттуда. За неактив. Не стреляй! Вип появится, вип появится, начнем стрелять. Да. Но, да зачем? Випачный нету, еще два человека надо. Все, стреляемся с вами. Хорошо. Ну потому что все уже начали стрелять. Мы будем бегать. В ангаре. Играли. Так, свой. А, сервак, ХП заканчивается, эвок 2. Ой, эвок 1. ТЕшка. Mm-hmm. О, дабл тут. Фига там, бля. Я хорош. Еще там один есть. Я когда печенька сдачу. Ух ты, ё-моё. Смотри, кто заходит. Кто заходит? Даня.
который ходит. Опа. Опа. Нормально. Впечатал. Так, один с рухи. И еще один там же. Ефим, привет. А, руха. Угу. Так, один на кишку полез. Сейчас я его... Нет. О, все, он задел. Чего ты? Вставай, собака. Присел. Нифига себе, пацан за собаками стреляет. Когда макар сработает. А бокам зло. Нет, у меня просто макар сломался. Вау. Надо заново переустанавливать. У тебя специально под Абакан, что ли, макрос или что? Угу. А чем он отличается от обычного трипл клика? Ну, у меня нет трипл клика. Поэтому я скачал макрос и просто стреляю быстрее. Угу. Раз так в 4. Ну, типа это как-то. Я просто зажимаю и стреляю. О! Так же и с хантером. Простреливает. Нормось. Редко. На крыше есть. Арзе. Так, я пока в минусе. Найс. Я тоже не особо в плюсе. Блин, как быстро выносит. Да я даже не лестницы не успел. Гранаты пили. Ой, до свидания. Спокойно стоит там, блин, без палева, на пригорке. А, Карась, давай, показывай свой макрос, вон, в Дискорд кидай скрин. Всем будет интересно, я думаю. Да, мне особенно. У меня X-Mouse Button Counter какой-то. Наверное, на это на троллей в ангаре. А раньше говорили то, что если не официальная мышка, ой, в смысле, не... Если софт под макрос не официальный, ну типа как вот на X7 сторонняя, то есть у тебя, грубо говоря, мышка обычная, вот, и ты просто дополнительно скачиваешь какую-то пробу, то это нельзя. А если у тебя официальная геймерская такая мышь, но то как бы можно. У меня сейчас обычная стоит, потому что мне на обычных проще. Ну раньше было такое. СПР обычно, а так Декс вон валяется. Целая, просто неудобно. Так, инфа. Глянь там, блин, я это вип. Не в ангаре. Я палевный вип. А, да. Че это, где они это? Ничего. На крыше? На мусорке. На синюшке. Ну да. Надо сдохнуть, наверное, випом. А, и на крыше один, походу. У меня откуда-то снимет. Не вижу. Уже не вижу. А, вон он стоит. В кармане. В гараже там был. В кишке спал. О, штурман начал стрим. Уведомление пришло. Тоже. Давайте вместе играйте. Быстро он готовится. Два стрима. Надо, говорит, подготовиться. Через 5 минут уже включает. Нехило так готовится. Кайф. Беспаленный стоит такой на заборе. Какая у тебя задержка на стриме стоит? Ну, секунд. 10? Нет, по-моему, 5-6 секунд. Может, 3. Ага. А, ХП нет. Заканчивается, эвок. Ты так. Коляна, почему-то плохо слышно, все. Громкость добавил. Все, все, все. Подожди, подожди, сделал. Коляна, я тебя прибавил, ты просто у меня на минимум стоял. Ага.
гараже. Принял, понял. Блин, и сдох. Может, какой-то другой ствол попробовать? Че нет? Абакан попробуй, не знаю. Задержка у тебя, Саня, идет секунды две. Ну так я и говорю, небольшая задержка там. Минимальная. Винтос, привет. Спасибо. Максимальная, да там хоть сколько выставляй, там от ОБС можно выставить задержку там то ли 2, то ли сколько-то минут. Плюс еще через настройки Ютуба дополнительно секунд 20-30 может задержка быть. Блин, сейчас пацана вообще не видел, на крыше просто стрелял по выстрелу, понял. Опа-на! Фига тащу! Ну что-то как-то долго у тебя, Саня, прицеливаться. Ну да, печенек, чё. Перезаряжается тоже. Да я еще ни разу не перезарядился. Дохну быстрее. Да. Эти не аркада. Так, чё у нас тут? На верте один. Сейчас озарашиваю. Опа-на, опа-на, все с пистолета замакросил и бросил. Да я видел, у тебя... Ефим, давай заходи, поиграем. У тебя там ГШ стреляет быстрее, чем у меня Абакан. Да сдохни ты, блин, какой вип настырный. Ромашка, привет. Спасибо, Ром. Давай залетай тоже. Твою ж дивизию, блин. Собрание стримеров началось. Плюс так и не получится мне сыграть. 100%. Охренеть, Грена, давай, давай. О! Блин, молочек трипл, забабахал. Хорош, хорош. Ну, здесь у нас, давай-ка мы тоже Грин кинем. Опаньки, сваливаем. Здесь мы проиграли. По любасу. Заходи, Коля, Николай. Захожу, захожу. Так, катка до 150 же, да, у нас на юге. Ну, минута осталась. Мы не успеем на себе стать вообще. А, не вижу стыд. Блядь. Ой, блядь. Тикси, такой скилловый вообще парень. Кстати, да. Что-то в голову как-то залетает у него себе с этого бойца. В этой катке я успеваю только охуевать. Кстати, да. Попади. В катушках стоит, вон, синий. Есть. О, минка здесь. Саня, в рухе один. Аллах Акбар, бля. Ты этот мне инфу даешь, как будто я скилловый такой, блин. Одного убью. 10 раз сдохну. Нет, у тебя КД на. 0.83, пизде. 1.08. Ого, фига ему, скилловый парень. Тебе и Тикси за то, что хорошо играет. Да, ему надо плюс дать. Все скинулись. Да. Коляшка, вот тебе за то, что не лучше меня играл. Так, что у меня есть сейчас? СВДС, снайперская, с климатором. Ой, с оптикой. Да, с Костян-то где? А, ну, не знаю, он сказал к обеду, возможно, освободиться. Но у него еще домашний фактор, жена может припахать там. Ну да. Дело хозяйское, так сказать.
Ефим вчера еще начал, да, праздновать? Бля. А в этом, в кишке. И сам. Чё-то твиты за нас подтягиваются. Деды? О, Деды. Есть. Там еще один на вертолетке. На вертолетке? Да. Ух ты ж. Все, он меня зарезать хотел, спасибо. Супер инфа, так это свои, не стреляем по своим. Где они? Че, на крышу ну, лезут, наверное, да? Ну там уже есть. Один, слева. Слева не вижу. Они на випы идут. Да-да-да. На крышу не хотят лезть. Нет, я уже здесь. О, поймал. Это трансформатор. Ой, сзади, да. Вон он стоит, стреляет. На трансах. Трансвеститы. Да, попал. Вау. Так. Где ты там? Минометка. А куда минометка? Пока при себе оставь. Я уже зарядил. Ну жди. На, было это, сонар кинуть, посмотреть, где они есть. А я давно его выкинул, наверное. А, да, я давно его выкинул. В стороне рухи где-то, оттуда бегут. Да нет. Крыша, крыша. Ой, ты свой. Бля, реакция, извини. Супер. Хорошо, реакция есть, дети будут. Ух ты, на крыше. Минус. Дыкаем. О, как. Ух ты, какой он. Этот. Наглец. Катушка инверсия. На вертолетке один, смотри. И нифига. Ну-ка, горенки вам, волшебный. Давай три. Блин. На трансформаторах один сзади. Два уже. ГШ чудотворный, нифига не помогает. Я в лесу. О, надо же, задел. Да чё вы не тухнете? А, 200. Мопсель, мопсель. Опа, опа, нормально он. Блин. Мы как в тире тут, на ладошке у него там стояли. О, чей-то донат. Сучу. О, Кен, спасибо. Гараж. Блин, ну только минус закинул. И кентуха, спасибо. О, а вот в кишке, в кишке, в кишке, передо мной рез. Бля. Развали нам, поди, пойдут. На рухи они, на рухи. Ой, залагало. Опа-на, есть. Фига я сейчас тащить. Ой. Начну ведь, а. В плюс вышел, нет? Ты? Единица. На вертолетке. Там двое вроде. Принял, понял. Ну это ж лучше, чем 83. Опа. Знаешь, какой хитрый. Так, на крышу двое. Отстреливаем зайцев. Минус один. Молодец. От второго я сдох. Убил. Нет, там не тот, которого ты убил. Где-то еще один. Там еще два, а вот все.
Это где они? Это из Антраля где-то, да? Они, да, с ангара поднимаются на верт. Уже поднялся один, обходит он. Не поднялся один, нету никого на вертолёте. Так все, убили, наверное, его. Ага. Это крыша. Вижу. И в рухе один в окне. Сейчас я сейчас крышу сниму. А в ангаре. В ангаре чисто. Сколько их тут? Иди ж. Я терминатор нахер. Конечно. Так, на крыше наш, да, по-моему? Да, да, да. Бок ангара резуется. Это мусорка, на мусорке один резнулся. Ой, свой. Своих не будем обижать. Ого. Бок ангар, наверное. Ой, сейчас. Да-да-да. Там, у крыши где? У гаража. Синька. Идеальная мина. Ой, блин, опять я сдох. Да? Ну, играю в плюс уже хорошо. Ты? Ага. Ну, в плюс играл. Как бы. Раньше. Да-да-да. Ожидаемо. Я просто уже иду и зажимаю по крыше. Че, он спрятался или че? Куда он делся? Волшебник. Ой. Какой-то. Так, рисуется на синьке, нет. Гараж есть. Сейчас. Снял. Откуда по мне стреляют? О, чебупелька, все, хана нам, пацаны. Чебупелька, в смысле? Че такое, бояться надо, да? Блин. Ну да. Он, по-моему, успел в плане. Сыкать настало сразу. Это не та вроде чебупелька-то. Это та чебупелька. Он не 68-й тут? Нет, он верт, верт. Бетонка. Ой. Sorry, спасибо Олег. Тебе. А, нет, меня этот другой. Бил. На версии на цистерну ходил. Пока не смотрю. Так, грены у кого есть, на бок ангара. Ага. Все скинулись. Кто у нас тут респу держит в кишке? Какой кишке? Мы на мусорке рисуем. Кишечная палочка какая-то. Вот на мусорке рисуемся. Верт вроде чист. Они под гаражом. Привет. Под гаражом сейчас, в смысле кишка или что там? Ну да, где-то оттуда выходят. Ой, один на катушке. Но я на резерв двоих снял. Чебупелька сильно, говорит, крась. Ну, он пока что-то этот по нулям играет. Ну, только зашел. Ну, блин, ну кто ты такой? Вырезай. Там в кармане кто-то сидит, я не могу попасть. А, и вон он тоже. Все, попал я. А, мусорка. Нас обходят. Откуда? Ну, в смысле этот, по очкам. А, на крыше один снимите. Нихера себе. Я ждал этого. Я видел. Гараж. Я с второго этажа смотрю, короче. И ты через один банк трёшься. В этом, в окне, в руке. В руке, да, ты на втором этаже. Ой, грена моя, моя, все поймал. Нет, не сдох я. Не сдох. Раньше читал, не чебупелька, а чебурелька. Ай, черт. Мне сапоги с скорохода. О, фига, я его впечатал, смотри. Тролль. На нашей респе бегают. Ой, блин. А, на верте двое. Иди. Да, больно мне, больно. Да, чебупельк нехило, смотри. Раздает. Смотри, да? Only head. Ага. Вообще.
трипл и только хеда. А я тебе чем? Он и парни, это, с тракером с ним играли, выигрывал эти катки и КПшки, по-моему, получал. А Чебупелька это кто? Это Мишка, что ли, Бондарь? Если бы я знал. Корость узнает. Просто Чебупелька. Блин, на КД вниз уходит, все. Легким движением руки КД превращается в ноль. Да ну, надо поменять, видите. И вихрь тоже нормальный. Тикси тоже ничего так раздает, смотри. Ну ты это говорил в прошлой катке. Все время держит в напряжении пятую точку. А, нет, урона нет. Назад идите. Опана, опана, ну, выходи давай. Фига тут кто-то с этим Смитом добивает. Что? Было полтора, и сейчас единица выходит. Чебурелька. О, в ухо зарядил кому-то. Блять. Что творит Тикси, бля? Да, я сам офигел, он с гаража вышел там. Сразу приехал ебать. Да, одним пикселем глаза, короче. И сразу в хэт. Бам! О, Густмейн. Он клоун, у меня хэт никс писал. А что означает муншайн? Лунный свет. Здорово, Саня. Здорово, Антоха. Привет. Привет. Заходи, поиграем. Да, смешно, смешно. Умный прям такой. Тут этот Чебупелька Стикси покажет, как играть надо. Так, Юсаков убиваем, да? Да, опять. Only Юсаков. Можешь Бьяров, конечно, если хочешь. О, нифига, у нас тут сайга появилась. Нет, сайга появилась. Опа-на! Сука, я первый сдох. Блин! Фига себе, скрин. Когда не видел рыба. Тише едешь, дальше будешь. Сука. Ну, блядь. Все равно сдох. Я уж тебя хотел захуярить, выбежал. Меня? Не-не-не-не, Крася. Тот, который 59-й. Что-то у него в голову как-то стрелять. О, блин, Тикси, опять ты. Так, сзади стопудово сейчас обходить надо будет. Сейчас посветим. Уже идут. О, блин. Сзади. С другой стороны, что ли? Спали у нас уровень Тикси. И оттуда, и с рухи ползут. На рухи не спа.
Ага, назад. Из гаража, из рухи иду. Домой. Я рух. Ребята, плюс в чат, если кто-то играл с читами. А Саня? Чего? Ты на что ты сейчас намекаешь, объясни. Ну, так. Он не намекает, он говорит прямо. Ты что, мне не доверяешь, да? Ну вот понятно. Я у меня друг, а ты меня тут подставляешь. О, нифига, блин. На крыше чебупелька. Да он спустился. Надо было раньше думать об этом. Да-да-да-да. О. Если ты знал, в чем проблема, ты сейчас молчал. А в чем проблема? Проблема, что наши уважаемые администрация. Саня, стрим, может, они смотрят. Полные пидорасы. Поддерживаю. Плюс в чат. Так, не завязывай. Ну а как еще сказать, что я обращался за помощью, а мне. Не следят сейчас за кого, не следят. Все, забудь про разработчиков. Сейчас бан на 365 прилетает. Мне и так бан за 4 висит, блядь. Меня сломали, а мне даже не помогли. Пришлось, блядь, простить молитву. На крышу лезет. Не долез. Супермат прилетела, просто бан хотя бы надо. А что за аккаунты? Че, меня ломанули, блядь. Меняешь пароли, логины, все. Человеку похуй, блядь. Он заходит, как будто у него ключи доступа нет. Играет с читами на аккаунте. Я попросил, чтобы мне бан дали на аккаунте. Потому что, блядь, больше я не знаю, как, блядь, чтобы он... А у меня тоже на аккаунте играли с читами. Да, он где-то полчаса назад уже запустил. На Твине тоже играли с читами, и в итоге... Он Брег тоже, говорит, меня тоже, говорит, взламывали. Ник электроник. Поменял пароль 12348. Там по порядку. Только в убывающем, да? Не, ну, братан, ты понимаешь, в чем смысл взламывали? Ты понимаешь? Я заходил, я менял пароль на почту, на всем человеку. Просто... Может, кого-то давал аккаунт или просто. Ну не давал я никому аккаунт, блядь, ты понимаешь, просто человек заходит, вышел с клана, раз. Потом заходит уже в другие кланы, два. У Илюхи Варика тоже в клане, я вышел оттуда специально. Потом просто забить полностью. Меняешь пароли, не меняешь, человек просто заходит, как будто нет там даже пароля. Все. Ты понимаешь, я просто руку взял по клавиатуре и провел, вот тебе пароль, и все. Входит, нет никаких проблем. Ну, играл, ну сука, с читами играл. Трансформаторы. Ну, зелень. Чисто здесь. Трансформатор там где-то. Я на трансформаторе, бля. В РЗ. А. Теперь нет. Синька теперь, синька с гаража. Крыша. Крыша есть, вон он. Ага. Угу. Чебурелька. Он по ходу дела постоянно там сидит. Ой-ой-ой, блин. Вот это резнулись. Кстати, да. Че это блин? Я не сообразил сразу, что тут за стрельба идет. Да я не сообразил то, что это наш или не наш. Опа. Куда мы, чебурелька? Ну слезай. Ого, найс. Чё, блядь? Что? Ты видел, как не улетел? Да-да-да, прикольно. Красиво ты, однако, летаешь. Спит, давай еще раз, я выезжу. А, нормально. Давай еще раз, я туда же вышел. Ну как, на тебе так, жбан-то смачно засадил. Кстати, да. Да я выхожу сразу в лицо. Оп, вип. Я влип. Еще здесь. Один хп. Попаду, не попаду. Да блин, чё, издевается что ли?
Мы даже уйти не могу. Вообще, зажали. Где чебупинка? Опа. Ну, последний раз я его на крыше видел. Десня. Что-то я так не вижу на крыше. Еще донатик. Куда давай. Так к нам идет? Ну, Ромашка, спасибо большое. Офигеть. На крыше. Ромашка, спасибо большое. Похоже, не знаю написать. Красава. Давай, заходи, поиграем вместе. Это у меня сейчас каких не покажется. Понял. Да блин. Отлетаю, отлетаю. Крыша один. Нереально. Ай, вообще. Бля. Вау, что я сделал, чебупелька минус. Правда. Он сразу за 20 считается, хорошо? Да, Тикси, Дипси. Ляля-по, да? Да-да-да. Да будет ник поменять в конце катки. Робота убью. Предлагаю понемногу на аркаду переходить. Не надо. Хреновое предложение. Ну да, у меня ничего не вкачано. Да, кстати. Ну, клановая глина есть. Не, в плане то, что я прокачиваю чисто эти, да. Цвет порушку и все. О. Сейчас на ХК выгоднее играть. Да. Плюсую просто. А ты скажи, в аркаде играешь, только респутку шпан, только респутку шпан, блядь. Можно просто на месте стоять и двигаться, тебя так отметелят. Как отстирает. Красавчик. Когда девушка тиктокерша, блядь, чекни в ТТ. Крыша! Где знать, чеверей опять там. Наливаем. Ну, чебупилька, конечно, вообще нереально играть. Ну, а я тебе о чем говорю? Не, видишь, он просто... Тут мина в руке. Мина в руке. Привет всем. Здорово. Как дела у вас? Нормально. Сам чё как? Нормально. Что, играете? Что делать? Да. Ну, как бы этот стрим запустил, ссылку, если что, кинул. Привет всем. Ой, блин, свой. Привет. Ну, ничего. Ну, который вчера подумал, что я девочка, да? Нервы. Нервы, как сейчас. Блин. Спресняк, да? Это же Рома, да? Это Рома, да. Спарта. Да я понял. Ты сам играешь вообще, нет? Да, сегодня играю, завтра уезжаю опять. Ага. На сезон. Написал девочке, что я играю на стриме, она такая, дай ссылку на стрим, У меня отель, короче, закрылся. Сезон закончился. Нет, коронавирус, какой сезон? Ага. Сезон еще 2 месяца еще должны было быть. Так. Ну сейчас вторая волна уже, типа. До конца года ждать не приходится, наверное. Заходи к нам, ХП в конце, я могу место уступить. 2 места могу уступить. Заньки фос, короче, еду сейчас. На верте кто-то. Ну инфа не точно, да? Нет, там с этим, с СКС сидит. Сидел. Вак какой? Ой, блин. ХП хардкор. ХП заканчивается. А места нет у вас.
Да, тут зрителей 3 штуки, блин. С первого ряда. Я могу выйти, но ты не успеешь. А, с Тесом это наш сидит. Блять. Да. Слава тебе, Господи. Катка закончилась. А мучение. Ссылку. Как ссылку? Давай, я не помню. А, Чебупелька, блин, это точно этот. Мишка Бондарь. Я тебе говорил, что он просто играет. На лес зовет, блин, заманивает. Заманивает, нам пизда сейчас там будет, если пойдем. Да, там полный этот, как его. Почему меня газ дома включит? Всевидящее око ануса, короче, там. Так, я предлагаю вам подумать, куда, чего, где пойти. Я просто хочу немножко тут перекурить. Буквально минутку. Дело хорошее, Саня, говоришь. Микро пока выключу. Чего-чего? Чебупелька сильно играет? Да. Или ты, Карася, Чебупелька? Да? Эх ты ж. Серьезно? Да. Пиздец. Ты скинул макрос? Дискорд. Куда? В диск ну, пока скинь, но мы сейчас на перекур потом посмотрим, оценим. Нет, я его сейчас скачаю прямо сейчас. Ладно, пошел. Давай, иди, перекри. Можете у штурмана видос в комменты посмотреть, там макрос все. А, ты у штурмана взял? Ну, у него, мне кажется, нет. Я ему скинул. Ай, блядь. Спина! Так... Уважаемый, выключите свой вибратор. А, нет. Уважаемый. Так. Вибратор выключите, пожалуйста. Только включила, подожди. Перекур у него, да? Пойду-ка я тоже перекурю. Да. Так, горшок. Где он? О, вот он. И у штурмана стрим, нихуя себе. Где вообще никто на стрим, походу, не заходит? Только вечером.
Че, покурил, нет? Нет, Саня, еще курить. Ой, черт, отключился. Все, зашел. Также ХК, да? Куда пойдем? Леса, на ХК хотите? Че это вы? Че ну, да, хотим на ХК. Я не знаю. Реально, сука, хотим на ХК. Так, погоди. Айда на терминал второй. Винторез возьму. Айда на терминал первый. Сейчас, ребятки. ТДС, что ли? Да. Давай в ТДС. Давайте попробуем забить сюда. Терминал... Путаю, терминал 2 ТДС, да? Можно терминал 2 ТДС. Терминал 1, давайте ТДС. Шо, боишься? Ну, боюсь, боюсь. Не, да. Если зайти, только за тебя. Все, пошли. Так, терминал первый. Так, где ну ты? Да, давайте на терминал первый заберемся. Нужно найти еще надо. Вот он в перерыве. Ну, все, вижу. Там. Вот он в конце, давайте о Y. Угу. Я заберу, зашел. Колен заберу. Я вижу. Тащить будешь. Да, да, да. Я в ТДС когда последний раз играл. Ой, а что лагает? Не понял. Что-то да, подлагивает. Че, макрос не тот тебе скинули, да? Два ФПС. ФПС просила немного. Немного, два ФПС. Ох, нифига немного. У меня 137-135. Поднимается, поднимается. Это все из-за чего пирки? Четы, да? Угу. Спалил контору, блядь. Макрос тяжело прогружается у него. Да. А че никого не вижу, где они все трутся? Заходит, заходит. Так, ой, ФПС вообще низкий. Опять упал. Не, нормально, 200. У меня еще нифига не поднялся. Где? Карась опять на крыше где-нибудь шкерится. Не, на крыше чисто. Так, или у меня все невидимки, я никого не вижу. Или хрен. Я знает. Тоже никого не вижу. А, вижу. Последний где? Так, что у нас с онлайном-то вообще творится? У штурма там 64 для стрима. Че, штурма стрима? 299. Да. Так рано еще, под вечер все заходят. Ну да. Так. Ой, у меня так вообще один на месте бега. Ну, у это вас... Спарта. Куча, да, такой. Куча свой, ошибок да. Прям вот вообще. Нет. Бело-красное, синий какой-то, камуфляж какой. Ты на моей респе, что ли? Тип того. Сделай. У меня... Колян, один юсок на респе стоит он. АФКшный. Вот у меня тоже показывает, что он бежит. Угу. Короче, давай его. Иди, убивай его. Да подожди, я вообще никого не вижу. Вот он у меня бегает на одном месте и все. А где он, блядь? О, Спарта. Где он? А где минометка эта вообще, блядь? У нас на респе беров там. На причале. 3-2. Я видел его. Подожди. Ух ты. Что баха? Еще убью, блядь, успею, успею. А где ты был-то? Я тебя вообще не видел. О, своих вижу. О, я теперь тоже всех вижу. Вот, я тоже вижу. Все вроде, да. Бэтбой, привет. И ФПС поднялся нормально. 250, стабильно, нормально. Играем. Откуда меня убивают? Ой, что-то громко. Все, первый сдох.
Вот теперь знаю, где даже миномет ставить. Я так бегал, как дурачок. Вот, маяк. Как играешь только в Б5? На ГСМ один бегает под навесом. Где навес? А, навес, я под навесом. Спалил тебе. К домику подходит, к нашему. Не правда. Хорош. Все, тащим. Тащим. Вау, да, красивый, да, да. Красивый комплекс, чебурелька. Чебурелька, блядь. Эй, там, с винторезом, братуха. Не стреляй. Мне ногу сняли. Че, задел тебя, да? Извиняюсь. Немножко. Минус нога. То спина, то нога, заебали. Я так, винтоса. Спарту один раз. А, нет, винтос. Это же разные люди. Пиздец ты, конечно. Блять. Перегорел? Пиздец. О, пардон. Пиздец ты, одежда. Да бейте, блядь, я это... В будке сидел, короче. В будке сидел. Мне за что-то... Заканчивайте, я еще хочу побегать. Мне за что-то 189 очков дали. Зацепил кого-то? Смотри возле цистерны. Вот это посередине будка есть, короче, сидит там один. Грен кин. Вадим, я же твою ногу, да, зацепил там? Да. Твоя нога, да, оценивается вот. 189 очков. Да. А мне кажется, читали. Наконец-то, я думал, не заметишь. На крыше. Да ладно. Я ж не видел там бога. Ой, блядь, спина. Это с читом? Бурбери, красавец. Вот он не с читами рубает? Бурбери. Он что-то так резко ушел, одного убил, второго сразу гасит. В голову, я тоже заметил. Это про кого вы? Про 51-го у нас, который. Ага. Что-то он как-то странно просто ушел. А пока, не понял. Вообще никого нету. Я без наушников играю, блин. Херово. А я без звука вообще играю. Я тоже самое, это самое. А, это с щитом, это дура с щитом. Вот я тоже смотрю. Пусть что он этот, скажи. Он даже не знал то, что я там иду, он вышел просто сразу в голову с собаками. Как бы да. Сейчас, пацаны, я тоже скачаю. Какие там есть остались? А, Бурбери за нас, который играет, да? Да, да, да. Да. Вот виды еще. Барбери, или как его? Бурбери. Да, да. Пацан на скилле играет. Да, да, да. Да, скачал скилл. Наебалово точка нет. 10 лет играть на этой карте. Да, а игре там, всего. А, игре, по-моему, меньше. Юбилей будет. Мне раньше, знаешь, Адат, скажи, лес тогда нравился. Прикольно было. Мне тоже он, кстати, нравился. ССО 98 бегаешь там. Выписать. Блин, и не задел, да, тебя? Ты даже не попал. Черт. Сейчас он вас расколбасит. Все видит, ничего. А нет, не видит. Нет, я думал, он меня не видит. Так, по центру никто не идет. Короче, этот я сейчас буду отстреливать, чтобы никого не зацепить. Меня только не зацепи, пожалуйста. Сань, ты снег не простреливает только. Че, реально стреляешь? Все, перестал. Патроны закончились. Блять. Откуда он сам-то, что я там, блять? Откуда? Спина, блять. Подождите. Мразь. 52-я. Ненавижу. Ага, мразь. О, теперь он от твида гонит. Откуда знал? Да-да. Крину. Нет. Ой. Минус один. Минус один. Блин, долго я тебя ждал. Ну он что-то странно, да, тоже вот этот.
за бочком стоит. Под навесом. Ангел минус. У меня прицел не поворачивается вообще. Контейнер, контейнер, вот там, там в контейнерах. Целится долго. Еще где? Ай, блядь, чебупелька. Падла. Внимание, в следующем раунде. Автобалансировка. Сухо падал. Ой, красава. Привет. А чё-то я левши-то давно не видел. Блядь. Ой, ебать, нахуй. Вот что значит твой макрос, блядь. Извиняюсь. Сейчас я перезайду. Давай ещё разок. Че, понравился? Еще давай, да? У меня макро всего по 3-4 раза так делает. У меня целых 10. Я заметил. Это с какой скоростью там абакан стреляет? 25. 2 секунды? Секунда. А, секунда? Блять, сучка. Хули надо. Молодец, Колян. Во, да, они прикольные, да? Хули надо. Я тоже поставлю робот-долбоёб. Мне пойдет. Блин, и не задел. Он против своего еще зашел. Зачетно. Вышел. Фига себе, ангар баганый оказывается. Тут щель, вот он, чел стоит. На крыше есть один. А, наш, все. А ты, кстати, слышишь, Крась, ты попал в меня? Когда? Крась, новый ак? Нет, это... Нет, не мой. Бля, Крась, больше очков набрал. А я? Чё, пачка? А, я лучший. Да, плюсиков да. Накидайте. Я бы накинул. Да уже я нечем. Пытай. О, спасибо. Спасибо. Ну сейчас затащим, да? Спасибо, спасибо, танковый. Да, никто мне плюсики нет. Обидно. Блять. Че, Саня, с печенегами? Я да. Поехали. Пойдемте это. Зайдем к стриму на стрим штурмана, короче, и разнесем его. Че издеваешься, блин? Огребем там по полной. Ты возьмешь печенек, а он абакан, а я Витязь. Тоже и могу всё. Абакан взять. Кто-то по ангару у меня при виде вот абакана печенек абакан. Клинит. Мы его одного вынесем, я вам отвечаю. Ну если он один будет. Ну если один, то вынесем, а если там толпа соберется, Элсодов, то нет. Еще один там, ай, крутой стоит. Ой, бля. Ой, по ногам, о, как вообще ништяк. Так. Он вышел, вышел. Круто. Да не интересный какой-то. Просто лучше. Сейчас просто Майами вылечу. О, попал, гад. О, Саня, чебупелька слева в ангаре на бочку. Вижу. Второй. Ой, третий ушел. Че, тащим, да? Тащим. Бля, они по центру двое. Все трое грин просто кидают там. Ого, чё это за камма? Один в контейнер ушел в красный. А, другой по центру сейчас трется. Не пали контору, а? На 4-7 идут, маяк видно там. Почему не Сайга? У меня и он розовый есть. Если я хочу розовый на навеску. Сайга 12К или... Да. 12К, которая, да. Но навеску было бы охрененно. Или на абакан. По запросу и кангонки выиграли, когда получил. Угу. Да, блин. Ну а бокан розовый каму. Луч опять идет отдыхать. Ой. Во, мурника. Блядь. С
Скилловый парень. Ой, там еще. Саня, справа от тебя. Ну вон он сидит кто-то. Справа от меня, блин, сыкотно так. В бочке. В бочках двое. Саня спас. Я, блин, пока прицелюсь с этим печенегом. Блин, потому что я АКК, я все время встречаю. Айратка, да, Айратка. На 4-7 она. Смотри, на 4-7 вон стоит. Ты не видел? Спарт. Да мне вообще пофиг, я просто с вами пати играю. Просто бегал? Да. Просто решил бегать, зайти. Кайф. Так. Часы себе набивать, часы. Нормально. 2к есть, надо еще 1к часов на хк. Это для чего нужно? Просто так. Ну все равно Алис на втором не наигрался. 4 года как играю. Ну именно на терминале? Да. С рождения терминал. Поспать, ну надо. Так, остальные иди. Саня, в контейнер! Ну как так? Ну блин, стрелял же прям в тело. 12 кп кто поставил. Ты в середине стоял? Тогда самая пиздатая КД. Чё там на крыше? Не сдох? Сейчас сдохнет. Ой, бля, чебупелька. Да. Алло, дядя. Ты в бочках. В бочках двое. 63. Ух ты, блядь. Контейнеры сзади осторожно обходят. Ааа, стреляй в него, нахуй. Взрывайся. Саня, вы говорили, затащите следующую катку. Ну я-то правда почти играю. В плюс играю вообще. А, ну почти не считается, как бы, да? Вирус, ВХ, 13. Ну я тоже почти минус играю. У вас там Спарта тащит. Да. Да, да. У меня пошли 5 нахер. Бак с этим климатором, блин. Ну, блин, как он убивает вообще, чебупилька. Ты же не целишься, нифига. 4. Собака надо целиться. Я чего-то не знал. Сань. Пойдем в лес. Чё-то не созрел я еще. Надо бухнуть. Для храбрости. Да. Охренеть. В бочках двое. Какие? Где бочки находятся? Где-то находятся. Мистер Зам, йоу, привет. Спасибо. А он меня уже ждет, стоит. Ах ты. Смотрим за Спарта. Сейчас будет АИМ, ВХ, спидхак. Давайте на терминал дым или что? Тримеры. На крыше. Терминал дым-то, да, а там можно... Как каждый сам для себя, типа? Да. В ХК ну, или чё, аркады? Давайте на И туда, и туда можно. Посадки поставить, на терминал второй пойдем. И отдадим все Роме деньги сразу просто. Чё, куда сейчас? Терминал ДМ или терминал 2? DM. Терминал ДМ. Терминал ДМ нету вроде бы. Есть. Первый, да? Есть. Первый. Есть. Просто терминал ДМ называется карта сама. Да, это отдельная карта. Так, надо взять. Что взять? Я сайгу взял 12к. 24 последний. Подожди. Терминал первый или второй? Первый. Первый. Сашка. Терминал ДМ называется карта. 24 заканчивается. Бля, ее найти сейчас, а нашел.
Ох, сайгой, сейчас затащу. Блин, я ник не поменял. Ник? Шило на мыло? Нет, робот долбоёб. Забанят или нет, интересно? Ну, за робот могут. Оставь просто второе. Нет. Ну, убери ты абакан. Ну, вообще, да, за никнейм могут этот... Спи. Дисквалифицировать. Ну что, играем по сотке, скидываемся? То есть тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть соток. Ага. Ну, нормально. И попасть не могу, нифига. Блин, забыл, что проход закрыт. Чебупильку за этот, как его? За откуда, блин, так? Успел, короче, цвет ника поменять. За перерывчик. Между ТДС и дедматчем. Ну у тебя вроде белый ник был, нет? Что я всегда белый. Ну сейчас он у тебя оранжевый. Страшно, очень страшно, врубай. Ага. Так, где я есть? Потерялся, блядь. Нашелся. Ну, я убью тебя, нет? Понятно. Абакана, абакана, блин. Не, лучше на несколько раз. Сакиджан, привет. Санатур всем привет передает. Санатур? Угу. Ну, Скиджан 99 ИБР. На маяке он играет в основном. Я понял, да. Это глава ОДА, по-моему. Угу. Опа, на, не попал. Ага, посоревновались, бля. Хрен там. Илюха, здорово. Навеска просто лучшая. Когда блин, я. Ну не зачитали. Ой. Надо ник поменять, я хочу поменять ник. Давай только без этого. Без долбоёма. А то, блин, поиграть потом не сможешь. У меня еще есть аккаунт. Блять. Карта такая, темная. Рест мест на хер пойми где. Решай, ты это. Василий. А чё ты ник пердонат себе не сделаешь? Минус! А, блядь! Такой классный ник. Сейчас сделаю. Эй, ник мой не пиздит, кто там думает, а? Так, сделаем. Вот так, не так. Нам с Саней так вообще прикольно играть. Друг друга убиваем, килы не считай, только минус хуярим. Ломал стекло в нашем же плане был, да, по-моему? Да. Есть горшок. Стримкиллеры нахер. Да, ломал. Чебупелька, смотри, только с абаканом и дрочит. Да. Опять колян ты. Мне же за тебя киллы не засчитывают. Так вот, я говорю, нам с тобой вообще прикольно играть. Я думал, мы их забрали, что-то не ставится. Иду под твою душу, на. Надо, Федя, да. Надо. Так, короче, все лезем на крышу и снимаем чебупильку. Сейчас! Давайте, я там вместо пошли. Чебупильки был. Ясно. Все идем на крышу. Так. О, пердонат. Короче, бред, встаньте. Поспи. Сейчас жопа. Там на крыше стоял. Где он?
А, Колян. Ой, Рома, бля, я басран взял. О, да. Саня, ваше у нас КД прям, пойдем вообще идеально. Я говорю, о, вообще прикольно. Который? Какой? Шестер, ну, вообще идеально вообще. Стандарт КТК качество хотел. А, да? Тогда их вам. Сейчас еще карася в клан взять и на ДМ вообще бот супер ТД. Втроем играть на карте, так вообще можно нахуй просто на весь ТД, чтобы я упасть на аккаунт. Че аккаунт? Один хер в минус. В плане столько нет, сколько у меня аккаунт. Так, чебупелька. Вопроум. Блин, пинг отличный. Как? И не попал, чё за... И не попал, иди сюда. Ты заебал. Дай залезть хотя бы на крышу, дай подышать хоть там. Эх, Рома, Рома. Шо? А шо, гренами раскидывался? Да. Так. Давай, подходи, мне их навало. Где ты там место? Откуда ты? Где сидишь вообще? Блин, опять Колян ты. О, нифига. 2 кило подряд, 3. Блин, я вообще тащуном стал. Он на крыше так же, да? Трется. Идем. Чья жопа тут? На, покемон. Блять. Что-то решать я сильно выкрутил. Блять, типа. Для чего? Для чего? Для ТПК, стандартно. Откуда? Обидно. Очень. О, блин, о, Колян, ну сколько можно, а? Я там врез поездок. Все было от жизни. А где он? Где сидит этот Рома? Кто я? Ты! Да? Там, туды, сюды, короче, ты понимаешь. Ты не заметил, ты все время меня одного снимаешь. Туды-сюды снял я. Теперь ни туды, ни сюды. О, нифига, такая скиллуха была сейчас. Что? Мне показалось, или ты упал? Нет, я прыгал как раз на лестничную площадку на нижний уровень. Смотрю, ты сверху такой красивый в галстуке. Да. На параде. Да, зеленый камон. Да. И сделали по 50% скидки, я который покупал за 500 ГП. Хакас Иванов, привет. Ну что-то кажется, скоро все камуфляжи сделают бесплатными. Может быть, я уже всех купил их. Мне все камуфляжи. Не надоело? Сколько ты ГП потратил на все? ГП 10, ну 10 тысяч примерно. Меньше, 4. Мне повезло. Промок нет. Тирекс, Дарк Пат. Не дождался. Сплит. Это только 4 тысячи выходит. Да. Ну не, да. По скидке. Тирекс я покупал, да, 500. Опять Колян, что ли? 5500 покупал. Нет. А, 5500, ну вот. А сейчас он стоит 200 с чем-то. Да. Это давно я покупал? В том году. И когда вышли сразу, наверное. Фига там. Откуда убивают меня? Нет. Это ты что ли тут бегал? Да ты задолбал, чебурелька. Убери абакан, покажи скилл.
Вот показывает он тебе, что не нравится. Скедр. Это не скилл, а бока не скилл. Скедром поиграй. Да, скедром поиграй. На лейке. Че, пойдем на терминал 2? Давайте на Карпаун, только не на терминал. Сейчас выберу какой-нибудь. ГШ. Ой, ГШ, Г36. На Construction. Да, терминал 2 сейчас пойдем. ТДС? Сейчас хулиматор поставлю. Хулиматор. Кельдер XL. Так, имбу свою. Мы все говорим. И хайтер. Это, бля, ебать меня с толку. Ладно, хуй, пойдем. Сейчас, терминал 2, да. Давайте в конце... ТЕшка, 3... ВАЙ. ВИ, да? ВИ, да. А, подожди, это ТЕшка или дедмачму? Это ТЕ. ТЕ режим. Хорошо. Так, чё там? Заюсиков. Колян Заюсиков. Какая последняя эта буква? ВИ-АЙ. Вот, нашел. Заюсиков, Колян. Так. О, Эрик. Привет, на стрим, походу, ты, да? Брэк. Да. Ненавижу Брэка, поэтому... Так он и написал, пошли на терм 2. Надоело уже. Обнимите за карту. Давайте поиграем. Брэка по-любому с этим, со спасом. А, Илюха, ты давно в Дискорд зашел? Что-то тебя не было слышно. Зашел то минут на 10, как мы немножко занят, потом. Я видел, без микрофона. Привет, Илья. Привет. Парни, вы не материтесь? Началка, причал. Стрим же. Говори там это своим, там эти. Да нет, неофициальный стрим, поэтому как бы сегодня на расслабоне. Заеб бомба, все против нас так зашли, бля. Когда нет урона. По обоим не зажимать. Что-то у меня, Эрик, ты на месте стоишь. Что-то кто-то баганулся. Он бегает, понял. Так он на месте стоит. А я никого не вижу, блин. Нет, я синий экран у меня. Баганулся. Он бегает, вон. Он бегает. Своих вижу, а чужих не вижу. Вчера такая же была, как мне. Когда со мной играли вчера. Чебупилька, видно, карты это, не знаю. Видишь как? Не вижу. Плоховато что-то игра. Чебурелька. А где у меня? А, понял, тут на месте. А, Карась, ты за нас играешь? Нет, нифига. Он меня убил только что. Я думал, чего каратя не убивает? Хрен, да что ты глупый. И гранату не вижу. Под навес идут. Да. Когда после финашники сразу просто. Убил меня. Какие-то вопросы? Да. Какие? Блин. Фига-то. Ой, блин, своего что ли убил? Рашит тут во всем. Так, чё вы этот, все это? Айда на випа, кто? Кто на новенького? Все, сука, против нас позаходили. Все! А кто это все? Видишь, уважает вас сильно, видишь? Все это кто? Чебупелька? Спарта? А, Эрик. Блять, такой тихий голос. Блядь. Да блять, кто там сзади свой так гад. Пристань, да? Поспи. Нет, нихуя не пристань. Под навесом есть. Да, блин. Сзади Эрик уходит. Под навесом мы. Да, иду.
Выезжаем. Под навесом, под навесом. Спасибо. Да. Пожалуйста, покемон. Ах ты, сука. Я любитель покидать покемонов. Давай, кидай еще одну туда же. На. Зачем? Поймал. 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 Заебись, поймал. Где-то здесь где-то карась поймал. Бегает. Между навесами и ангаром. Между навесами и ангаром. Респа. Что? Ничего. А, блин, свой. Спасибо. Ну там обычно этот карасик лазит. Чьи тут ножки. Опа. Мои. Мои. О, фига, двоих сразу. Найс. Там кто-то, какой-то дурачок ходил, блин. Ну, невозможно ответить. Зажимаем пусты. Да нет, игры уже, не знаю, которая неделя. Невозможно играть. Чё, Букарту хорошо знает, так вообще было, блядь. Нормально, да? Да, ходишь как дурак в этих контейнерах. Хуй знает, кто туда упит. Да, кстати. Рома может вывести, откуда захочешь вообще. Я раньше помню... Осторожно, гляну там, придурки. Сорян. Придурки, блядь. Я даже не писал. Сказал же, грен там, блядь. Ты подно сказал. Первая реакция, блядь, придурки. Фига я тащу там. Не понял. Сейчас бы со звуком играть вообще. А, скачай, у меня же есть блядь, архив на моей странице. Не-не-не, я имею в виду, что я в наушниках через телефон сижу. Короче, поэтому. Так, да. Под навесом все. Возле дома. Эй, чи-чи-чи-чи, да куда ты лупишь-то, блядь? Сука, стоит в упор не видишь. Ты чё? Там чужой рядом с тобой стоял в метре. Да? А когда да, обошел, значит? Обошел, а как ты смотрел? Это чего? Я оттуда шел, с этого с... У меня свои даблом отлетали. Горшок. Гад. Всем здорово. А, привет. 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 Так. Подскажите, пожалуйста, эту карту. Терминал 2, JVI. А, благодарю. Блин, он все равно в минус играет. Что за хуйня? Убиваю, убиваю. Судьба такая, блять, сам по тебя гранату купил. Хуя снайпер. Граната. Че, обходит уже, да? Нам нахуй. Нет, свои. Что ты заебал? Салам алейкум. Ну, на форах они. Блять. Растерей! Сука. Самая дефолтная позиция, блин. Стоите вы там, а целите. Чё целите? Хер поймёшь. Блин, блять, тебя выслеживаю. За мной выехали, блядь. What the fuck? Блин, на самом деле, what the fuck? Так, кто за КВ? Поспи, блядь. Трибл, вау, я молодец. Сделал, так, заюзков не знаю, есть место, по-моему. За а, нет, 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 нету, нету. Здесь на 12 челов. Ву, блядь! Хуя как черт из табакерки, улез какой, блядь. Я так к випу бегу, блядь. Я означаю, хуяк, улезаю. Вау, брега. Салам алейкум. Стрим-киллер, блин. Ждет уже сидит. А что ты хотел?
когда после этого кто-то заел в голове, салопогиком, блядь. О, чёрт. Под навесом возле дома есть. Ну, правильно. Дом. Да, блядь, ура! Я это сделал. Кстати, я другого стоял, стрелял, короче, другого. Ты мне 13 хп оставил. Так, где они есть-то хоть? Дом. На фугах. Трутся. Вау. И кто мне гранаты задел? Давайте посмотрим. Я, наверное, да? Плеер. Кикнул. Чьи-то ножки были? Бой, блядь. Грин накинул, осторожно. Кому-то я там в голову залетел. Под навесом? Нет? Между навесом и ангаром есть еще один. Да, под навесом они там этот сонар кинули. Кто сказал? Я видел. Так, у нас спартанец какой-то. Какой? Какой? Блин. А в ангаре двое сидят. В ангаре, оказывается, двое. Не понял. Подвагивает что-то. Что за хуйня? Вроде бы нормально, что... Все, Больно. Вау. Как дос. Сейчас печеньку сюда. Печеньку с компотиком. Да. Вы как кролики бегаете, блин. Нахуй. Кстати, да, надо пойти налить себе компот. Да, дай хоть что, например. Вы под навесом. Салам алейкум. До свидания. Улетел. Недалеко. Так. Минус ангар. Свои? Свои. Откуда? Под навесом есть один. На ящиках стоит. Мне кажется, не один. Ай, меня свои уже убивают. Блин, показывает ты 417. Ну, тут это, неудивительно. Хуярят только в путь своих. Я предлагал, пошли в аркаду. Пошли в аркаду. Нет, аркаду с дедами, вы что, по спиду. Да, какие мы деды, ты чё? Нет, ты прикинь, если дед зайдёт на аркаду, но это всё, это минус сорок. Ну чё, у тебя горшок есть? Это... Да ты звук! Ах, ты сидит, мам! Ой, блин, я туда... Ну, блядь, мышка! На фуре. На фуре. Так, ну как, блядь? Минус. Спарта, в спину. Хулиган. Нет, бок. Бок. Yes. Да-да. Я в этом. В ботке был. Да-да. Капизди. Че, еще одну катку? Нет. Ну, я бы вообще на аркаду перешел, конечно. Я бы вообще. Если хотите, можно на аркаду пойти? Давайте мне аккаунт с 300 СП, короче, я буду с вами. Давай еще одну катку и этот наркоту пойдем. Давайте еще одну катку. Эй, папочка, привет, удачного стрима. Привет, спасибо. Да, на Эвок сходим на наркоту потом, следующую катку. Ой, снаряд. Только Рома не есть. Так, сейчас кого убиваем, Юск? Чтоб пикнуло. Да. Не, надо печенек взять. Бери. Ах ты ж собачий. Юсики. Хуюсики. Да-да-да, я тоже хотел сказать. Он, гад, специально это напевал. О, нифига себе, скилловый грин полетел. Ну, взаимно, да? Я вообще никого не вижу, блядь. А, вижу, одного. Кто ты? А, Брэйка, до свидания. Мне надоело играть это говно, удаляю. На ударе сидит. Все, хуйня, давай по-моему. Заправил ящика.
покупал еще. Кто-то взял. Я взял, вообще. Попытаюсь поиграть с ним. Надо найти позицию, хорошо. Нашки простреливают через ангар. Не ангар, началка. Да, и в спину отошли. Негодяй. Блять, нам макрос выключить, что-то дохуя патрон кидает. Ну да, только заметил. Да, ох ты ж, блин, Спарта, как ты так вообще? Чё, скилл, да? Пахнет? Да хрен знает, пахнет там у тебя или не пахнет. Воняет, блять. Спрингл какой-то. А, бля. Сука, Надя. А, сдох я. У меня кровотечь. Чё, Випа, будете чпокать? Чё, он готов уже? Вышел как бы, Випа уже проходит, блин, все стоят, смотрят на него. Опа. Я же особенный Вип, ты что? Ну-ка, выгляни на длинномер, ещё посмотрим, как у тебя особенный. Опа! Дайте им, дайте им на выстрелы, дайте им. Опа! Ой, блин, нафиг я пистолет достал. Дайте им, дайте им на выстрелы. Ай, больно. Всё-таки добрали. Давай на сонар, хотя бы сонар. Чё, где они? Афиг того. Вот он, Випа тусуется. Началка. Мы на началке. Что там? А, чё, не умер, понимаю. Чё, не такое осознаешь? Блин, сейчас своих придётся убить мне. Ну, пиздец. Все в прицел свои так и лезли. Чьи-то там ножки у нас, а? Какие? Петро какой-то, короче. Да, ну тогда Вика хотя бы заберу. Ладно. Угу. У нас сорок. Айдай. Вот, не забрал. Опять чьи-то ножки. О, ломал стекло. Чё ты там? Поломал стекло. Выбежал. Опа. Ненавижу читеров. Спарта, тебе больно было, нет? Блин, опять свой, господи. Нет. Сейчас сделаю. Меня со спины сдали. А, как оно успели пройти? Сорян. Да-да-да, тут брега. Там со спины, да? Да. Смотри, как успели пройти. Изи киллы, короче. Блин. Обидно, что этот нож не прошел. Рэн с ножа. Бля. Может, промахнулся? Опа-опа! Опа-па! Отдыхай, хорошо. Где пятых там дофига? Репера, минус один. Репера, минус два. Минус вип. О, гуляет, гуляет! Уже, турист гуляет! Уже у нас в тимке четверо осталось. Yeah. Точно в аркаду перейдем. Да, там ангарчик, тусуются в ангарчике. Люди. Мы тусим, тусим, тусим. Вот вам, блин. У нас, да, всё Спарта. Как дела у тебя? Всё отлично? Ещё издевается, блин. Сейчас тебе покажу Кузькину мать, лови.
Чёрт. Что ловить? А там ничего делать. Такой дурацкий спаун. Ужас. Грены кидают. Ну, мне не долетел, походу. Ну, второй нанес с револьвера. Так и живем. Ой, дурачок. Да что такое? ХП 300 можешь снять. Не знаю, я уверен. О, нифига, тащу, блин, квадкил нет. Девчонки вышли. Вангария, Криса, спала. Ответчиков. Спарк, и своих, и чужих. Бить надо своих, чтобы болели, боялись чужие. Чё, по урону? Или как? Или забрал? Это чё, кстати, нога? Это нога, нет? Мусор? Офига, красиво сел там. Чё там, дистанцию надо было бы взять? Смотри им! Так, мне ещё 3 кило, я в плюс выйду. Так, один раз с грена кидаем так вот. Куда мы забрали? Так, вип мой. Свой убил. Так и сидит там колесо это, в ангаре справа от ящика. Капец, как его на студию. Опять тут маячит. Граната. Бля, я саму куртку скрутил, сижу, короче, я уже облизал нафиг. Надо пойти покурить. Ты разве куришь? А? Ах ты, чё, блядь! Шо тебе не нравится? Шо ты там опять? Печенька! Вторую печеньку взял, блядь. Так, давай. С этим надо что-то делать. Пойдем брешить на. Чисто. Блядь. О, ты нихуя себе. Ёптать. Ёптать. О, блин, ну, сиди за ящиком-то. Убивай. Хорошее место. Отлично. На дорожке. Короче, это... А, ну да. Ладно. Трансгоня. Там спорталось. Этого здания гребаного большого. Называется ангар. Ну, урель вообще не проходит. Так. А если мы... Сейчас я ничего не знаю. Вроде... Так, попробуем. Нормально проходит, вроде. 2 кило. Урель пошёл. Фига место какое. Рыбное. Ножком стреляем, ножки ломаем. Пальцы выкручиваем. Да. Ноги ломаем. Да господи. Ты просто двоих моих забрал, Киршок, вообще. Как тебе стыдно. Ты их не пометил. Почти бы в плюс вышел, да? А, нет, вышел в плюс. Нормально. Че, готовимся, как Кади? Чё, пойдём перекурим сначала? Хорошо. Хорошо, Спарта, пойдём покурим. И на эвок, да? Да, можно. Окей. Так.
Ладно, пойду я. Скоро вернусь. Так, я тут. Все разбежались.
Задор Кинг, здорово всем, стримы, отличные стримы, хорошего дня, спасибо. Так. Че, на какую? Сейчас, погоди. На Эвок? На Эвок кто? На Эвок, понял. Как раз метаки надо мне здесь. Блин, где там камуфляж классный был? Сигаретка. Это что ли взять? Так, пробива 68. Так, с этой штукой пробива 65 тоже неплохо. Ну, 40 слышимость, 55. О, 90 пробил, блин, 56 пробил, уже не катит. 62 нормально. Так, пистолет ГШ, надо ГШ взять. Так, Эвок 2. А нет, Эвок простой. По пингу АН. Колян, слышишь? Слышу, слышу сейчас. АН? Да. Это аркада. Понял, понял. Ой, блин, Грин забыл взять. Черт. Давай-ка я перезайду сейчас. Быстренько. Давай, давай. Все. Че у меня, блядь? А, понял я, разрушитель. Че-то просто штука нет. Че за хуйня туда? Ну сейчас еще плюс 20 хп должно быть. От моего присутствия. У меня и так. Да, блядь. Наверьте он. Спарта еще 39 раз, давай. Печеньку взял. Опа, 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 кишка. Блин, не смог. Печенька. Ну, сука, беги оттуда, я сейчас огрену или тебя. За все там, блядь. Все, снял его. Я туда еще и грен-то накидал. Да, сука! На кишке? Да, это, скажи, в этой. Витязи пробиву, нихера толком нету. Нету. На крышу, наверное, сейчас полезут. О, Спарта, как всегда, бабки не ходи. Нет. Кишка. Ду. Ду. Ох ты! Фу, блядь! Пазарник! Сабатрана! Да, Рома, да. Рома! Я-то был хорошо мнение о тебе, а ты сабатрана.
Карины полетели. Сука, хуя там грен наебали. На зелени. Нет, руха. Вот это по мне. На, сука, заебал стрелять. На еще раз. Достал нахуй. Дабу. О, бля, и броню можно было не вкачивать. Как же? Хорошо, я не вкачал. А переживал. Хирош, а теплочка-то нет, не приучен. Да, все равно потом перекачиваться будет. Да на тебя. О, блин. Видел, но не успел. А Рому вроде в Дискорде нету. Ну, у него наушники, либо слушайте игру, либо через телефон Дискорд слушайте. Сейчас Костян поди явится скоро. Надеюсь. Ровно идем. 35-36. А чё мне как мало за юпата дают? Ножители вроде купил, блядь. Ну один, наверное, убил, поэтому. А X2 что дают, это? Сколько он за VIP? Коза. Так. Какая там сука лупит по мне? Все на вертолетке сидят. Блин, возле меня тут кишат вообще. Ва, нифига тут их. Ты справилась, Саня? Да. Вот и вообще по красоте. Ну да. С печенегом-то. Закидали. А, тут ведь 600 дают, точно, заебать. Это не в ХК, я уж привык. Хуя только грены летят. Что-то горит, не высвечивается. Сейчас изи трипл. А нифига, никого не попал. У меня тоже ангар оказывался простреливал. ГША простреливает, там 60 пробил нужно. Сука! Рома!
А мышь ебаная. Ну не обзывайся. Он, короче, сзади нас где-то. Рома, а вон он где. Ух ты. Здорово, дядя. Ромик. Держи. Кишка! В ангаре, по-моему, тоже есть. Попасть не могу. Что за бред? На крыше есть. Ух ты, как он ебал. А, блин, зажал я. Рома, Рома. Ну хоть сейгу взял. То ладно. Ну, сега тоже хорош. Сейчас тоже сегу возьму. А, блин, я сменил сет. В рухе сидит за забором. Хуя, 25 минометов. Отдубасило, только респался. Она... Не а, нет, не прокачано еще. Я думал, прокачано. Да, блин. Сбоку подошел уже. Блин, жара пошла. Красота вообще. Подъем у ангара. Вижу. Хера ты там долбишь, и ничего у тебя так все светятся? Ага. Перезарядка на. Ох, кто-то там выебываться, блядь. Блин, как на раскол обошел красиво. Сука! Ай, Рома, я тебя перестрелял. Дабл. О, нихуя Рома дал. Как, кстати. Триплик забабахал. Держите, сунар. Ха-ха-ха.
там вообще випка оказалась. На рыхе. Блин, не туда кинул минку. О, нихуя ты, Саня, уж 70 лин настрелял. Засал, а? На одном тебе выезжаем. Зелень, ой, синьку смотрите. Гос Марсель 023. Нормально. Че это все шестая третья выебывает? Да ладно, пускай. Тупой зажим прострелами. Я уже забыл, что первым резаться не надо здесь. Да-да-да. О, раб-террорист. Крыша есть, да? Да. Ну-ка, вот так вот сделаем. Раз, два, три. Нет. А, есть. Блин. Спарта. Раз, два, три, успел, блядь! А, тут ведь по пять человек-то думаю, чё он не заходит? Так, они на зелень перешли. На вертушке у нас есть. Че, серьезно? Да. Не вижу. Ну, сейчас чисто тупо наш зажим, блядь. Не нас. Я сейчас. Все дергается у меня тут. Ёкарный бабай.
О, блин, что за дела? Урон перестал идти. Так, обошли, да, Хеннесси? Подъем транс. О, блядь. Раскол справедлива игра. Как он, блядь, расстрелил красиво. Так, Спарта обходит. Я сколько гранат выебнул. Вот этот баг с гранатами, так вообще задал. Да. Пошел резать. Все зарезал. В бок ангаре есть. Парта не удержал. Вышел? Нет, взял обосран. Так он давно играет с ним. Нет, он с Витязем бегал. Да. Наверх залезли они. Угу. Руха. Там же. Режь. Где? Кишка, наверное. Да, кишка. Спарта, все, ответка пришла, зарезал меня.
Блин, и то убить не могу. Ну, трипл, давай, давай. Хрен там. В окошке сидит. Да, минус там. Здесь патронов у меня только. Там уж что-то за Марата спрашивают. Так, а это откуда пришел? Не понял. Ой! Кишка! Чего он там написал-то? Марату. Там террорист это Марат? Наверное. Или не тот Марат? Ну это не тот Марат, который. А там... я думал. Я думал, наш вечно пьяный Маратик. Ой, блин, и убить не смог, че за бред. Здорово, ребзя. В ангаре. Фурман зашел. А. Сейчас затащит. Зеленка. В аркаде куда интереснее играть, да? Ну, в смысле, так это место. Ну так себе. Так себе, 0.45. Не, ну прокачаться там понятно, 300 с лишним спорят, можно. Погадать. Асик! Не резаемся. Ну, все можно. Рома, Рома, на кого ж ты нас покинул? Тоже народ, интересно, ники меняют, да? Потом, блин, ничего не узнал. Ну да.
Там же. Так, не понял. Бокан где-то сбоку там, бок ангара. Все, закидаем, посмотрим. Зарухал. А мне тут Спарта. Спарта, наверное, пошел донатик делать. Тихоря, да, так? Да. А что я, говорит, отхуяри? Ибо неху выебываться. О, миночка. Бля, так мама не знала, как сладенькая. Шарапного врага, да? На, блядь, добил, наконец. Сейчас, блядь. Винторезом меня там решил подбить. Форманта? Да. Ух ты, сука, достал. Он поди на дерево где-нибудь там. Вот чё в ХК хорошо. На дерево заныкался, не знает никто, не видит, не светится. Если не с оптикой, Гриш. Ну да, с коллиматором сидишь, только щелкаешь. Красота. Насрать на всех випов. За рухой там. Ясно. Так, за рухой так я вообще никого не вижу. Ой, не за рухой, за гаражом, да. За гаражом. Держак так вижу. Один на руху идет. Два шло. Три. Четыре. Вечно молодой, вечно пьяный. Мне мама говорила, не учись ты на дебила, да? Сука. Блять, там еще один. О, блин, это топор. Саня зашел, что ли? Или Макс? Макс? Молодой. А чё, не зеленый, интересно? О, а, блин, чуть не дошел. Зарезать хотел.
Сука, достану. Не достал. Сколько, интересно, у него брони до ХП? О, ты его убил. Расколты? Да. Что-то я по нему гашу. Не дохнет, только индикатор светится. Учись, говорит, на гинеколога, да? И руки в тепле, и прибабле. Ой, они, короче, там, в кармане. Поднимается наверх, по-любому. Так, давай-ка, Хади, ты первый. Тебя не жалко, да? Да, у тебя брони побольше. Бля, надо как-то перед рулеткой задонатить тоже. Поубить из пушек-то. У тебя сейчас сколько там? Ой, 135 вроде. Руха. Что там, так, всех поубивали, да? А, подъем, где? Подъем бок ангара. Понял. Да. У топора тоже, смотрю, хп там много с броней. У кого это? Айс, топор. Угу. Тоже что-то с навески не больно так гасится. О, молодой, так вообще летит только в путь, блин. Так молодой, что там? 60-й левел. Зато как красиво. Транс. Верт. Бок ангара. Нихуя, да кто меня так, сука, это обозвал? Сам сука. 70-й, нихуя еще его. Подъем транс. Сука, говорит. А, он 3 на 17 ведут, да, вот. Не обидно. О! Вадика не хватило. Инфа. Тебе сколько осталось до последней досяги? Да, какая? Чё за? Ну, подкил. А, я всё сделал я. Блин, года два назад сделал. Там чё, 750 квадов. Или у Кости осталось немного? У Костяна вроде бы. У него с этим не густо. Он же с печенькой не играет. Сука, на трипл не хватило. Он меня ждал. Мистер Бонд, да. Начали с ХК.
и шлевак когда. В рухе где-то один. Стоп, до! Красавчик. Ой, блядь. Да что, блядь? О, все. Фурман неплохо так с ментаризмом, да? 2-4-11. Не резаемся. А, у нас тут осталось-то. Ну, мне на винторезах тоже надо много там еще качать после мини, так? Фурман. На этом, на трансах. 8 хп остался. А, сдох, умер. Спрыгнул. Да. Спрыгнул. 8 хп. На верте есть. Ага. Никак не попадаю. Стенку бы прострелил, только кирпич еще. Сзади. Зарежу сейчас, не подходи ко мне. Иди, иди. Под вертой. Нет, сзади еще у ангара. Да? Да, оттуда. Вот оно что. Блять, мужа черных гасим-то, а я все наюсь, как хочешь. Фу, блять. Я также в ХК была, перепутаешь. Его от своих лупишь поначалу. Больно не смотришь. Ну выгляни, выгляни. Где ты там был? Обходит. А он чисто фармит, 67-й. Да, тоже будет ходить под фарм, качаться или нет? В топ-1. Ну правильно, сейчас, в принципе, мало кто играет, а все, кто на первой строчке уже... Короче, догнать их можно. Не, до 69-го сколько стало без сводка? 10 лямов, грубо говоря. 10-300. Ну, с теплаком-то понятное дело, блин. Я разрушитель. Опаньки. Шопаньки. Так, на синьке один подходит. Так, сняли его, нет? Руха, руха! Что-то минус пошел. Делай раз, делай два, делай три. Блин. Не успел. Синьку чекай. Сейчас закидаем гренами. Да что-то никого там нету. Нет, есть двое. Еще один там. Все, нету больше. Олег, гараж. Гараж, гараж. Подъем транс. Так, я на перезарядку.
Там же подъем транс или что-то такое, короче. Или на самом трансе. Ой, блядь. На зелень один пошел. С топор обошел уже. Руху. Сколько полетело-то? Так, я не понял, откуда? Где чё? Гараж! Да, с кишки, с кишки идут. Руха. Руха. Чисто тут. Подъем транс. Угу. Ёптать, я еще и до сонора дослужился. Кишка, по-моему. Нет. Там же 220. Хуя он уже нафармил. Много? 46, ну считай полтинник. На острове форму. Да-да-да. Да. Сейчас еще одну гринку ему. Все, сдох. В ангаре. И на верте один. Пиздец нам. Месиво. Обиделся он, блядь. А чё он там настрелял себе? Спокойно. На острове на своем. Идут в гараж. Раскол минус. Руха. Блин, как не попало. Вся чудотворная наша гриночка. Нифига, ну, пиздец, не попал. Че за бахханали происходит? И стопор. Крыша. На верте кто-то, крыша сидит. Чисто сняли меня. Чё-то я не понял, почему молодой вроде бы меня убивает, только что убил, но ему киллы не засчитывают, почему так? Не знаю. Что с тобой не так? Может, что, лагает у него там? Так жестко, блядь.
Типа все сокланы, киллы не засчитывает, да? Да хуй знает, тут можно все ждать от КВ. Синька, чекай. Да я уже сдох. Опять нам пиздец. Откуда вот простреливает? Ага. На синьку пошли. Нихуя, он 72 тысячи. А когда будет интересно, пал он гонка на опыт? Не знаю. Сейчас же последние клан гонки всегда на киллы были. На опыт, блин, ну года два уже нет. На опыт. Для самого клана, конечно, хорошо, когда опыт идет. Там. Да. И кредиты прибавляются, и сам рейтинг повышается. В закупке опять фарман сидит. Так, у меня там на ютубе музыка не закончилась случайно уже. Почти 3 часа идет. Можешь музыку перезагрузить. Руха. Блин, айс топор ждешь. Секунд 10, наверное, меня ждал. Фарман опять там. Пути, иди сюда. Один на трансе, один возле туалетов был. Фурман спокойно так киллы отщелкивает в стороночке, враж не идет. Да качу, нормально. Ух, молодец. Чего как наигрался, нет? Что я? Да. О уши. Боже, чего хватит на сегодня? Да хватит, конечно. Ладно, ребятки, спасибо всем за присутствие, за просмотр. До новых встреч, всем пока. А и отдельно спасибо Кенту и Ромке Левше за поддержку канала. Всем пока.